Это наш второй чемпионат. Первый у нас прошел в мае. Достаточно удачно, я считаю. Поэтому мы решили повторить и сделать его теперь два раза в год. Мы стараемся не повторяться с членами жюри и брать к себе, так сказать, на чемпионат самых-самых известных девчонок, которых знают все полдэнсеры и которые что-то принесли уже в своем, в этот вид спорта. Сегодня в судейской бригаде у нас Софья Макурина, Юля Батори, Елизавета Лоу, которая сейчас танцует на сцене, Гуар Карзарян и, конечно же, Роман Голденберг. На самом деле, я могу сказать, что впечатления всегда позитивные. Я думаю, в первую очередь я мужчина, а во вторую уже очередь член жюри. Поэтому всегда, когда есть красота, когда есть толпы ярких девушек, которые при этом еще профессионально танцуют, даже если есть разные номинации, там есть и любители, есть и профессионалы, но по сути все равно это профессиональные танцы, это не где-то там с пьяну в клубе, да, как мы иногда наблюдаем. Там, кстати, к сожалению, жюри нету, но, наверное, тоже стоило бы, да, представляешь, номинации. Лучшая пьяная девушка, танцующая в клубе на танцполе. И сидят люди за барной стойкой и оценивают тем, по какой цене коктейлем готовы ее угостить. Это я такой только что изобрел. Мне кажется, везде, где ты есть, там и есть шоу. Ну, вокруг меня, конечно, происходит что-то иногда, да, я пойду тоже толкать речь, наверное, что-то подарю. Все превращается в золото рядом с тобой. Да. Главное, чтобы никто из таких, как ты, не сказал «хватит», тогда золотая антилопа перестает работать. Если вернуться к Джакомо, действительно, второй раз в истории это происходит, и наши замечательные организаторы стремятся к тому, чтобы достичь уровня масштабных, реально крупных чемпионатов. Это налицо, очевидно, что прогресс есть. Я, безусловно, поддерживаю любые подобные мероприятия. Здесь у нас есть определенные дружеские отношения, поэтому мы стараемся сделать общими усилиями что-то наиболее позитивное, яркое, в том числе, чтобы девушки не уходили без подарков. Абсолютно всем хочется сказать, не сидите дома, посещайте мероприятия. У нас здесь практически полный зал зрителей, но если бы вы заранее позаботились, вы бы, наверное, также могли быть здесь, хоть это и город Зеленоград. Но Зеленоград большой город, и я думаю, что в нем есть достаточно достойных мужчин, которые, ну, в первую очередь, мужчины же интересуются подобной историей, которые бы посетили это мероприятие под номером 3. Да. А для того, чтобы мне посещать все эти мероприятия по 3, по 4 штуки в день, как я думаю, вы уже догадались, я хочу вам напомнить о золотом энергетическом напитке Gold, который не дает мне спать вообще, что, собственно, уже теперь мне не надо. А вам респект и хорошего настроения. Вы незаменимая ведущая этого мероприятия. Наверное, на следующий год будем также ожидать вас. Я не знаю, посмотрим. Может быть, захочется разнообразия. Все может быть. Я всегда открыта. Мне очень нравится организатор этого мероприятия. Это мои хорошие, близкие друзья. Поэтому, если пригласят, я буду с удовольствием вести в третий раз. Вообще, это мое хобби. Мое большое, любимое хобби. Это творческая сцена и реализация. Профессиональная сфера деятельности. Это нутрициология, тренерство и работа с телом. Поэтому сцену просто я с детства люблю и работу ведущей, когда друзьями приглашают на разные мероприятия.